Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами продолжаем будни ТПС в МТА провинции, попутно разбираясь в том обновлении, которое нам ввели и со всякими системами для преступников, для полицейских, для ДПСников. Хотя, в принципе, полицейский и ДПСник это, наверное, в какой-то мере одно и то же, ну вы, короче, меня поняли. Суть обновления такова. Добавили механику поставок патронов для фракций МВД и ПГ. Также добавлены хранилища боеприпасов и полицейские участки на базы ПГ. Добавлен NPC-торговец, неприметный тип, у которого можно будет покупать маску, какие-то там еще что-то, отмычки, по-моему, если не ошибаюсь, для вскрывания Мерса. Добавлен багажник для Mercedes-Benz Sprinter Classic и Газель Next. Это тачки, которые должны будут вскрывать ПГшники, угонять их. И как это все это будет работать, угонять их, потому что там патроны, по-моему, или что-то такое. Я еще до конца сам не разобрался, вот будем это все пытаться понять. И вряд ли, конечно, это что-то у нас сегодня попадет в ролик, но я обязательно сниму об этом отдельное видео, в котором мы прям вот погрузимся во всю эту тематику. Сейчас просто хотя бы разобраться бы и понять, что происходит. Добавлена возможность трейда фракционных предметов между сотрудниками МВД. Добавлена возможность трейда фракционных предметов между членами ПГ. Добавлено сохранение фракционных предметов при выходе из игры. Это классно, наконец-то это добавили. Добавлен суточный лимит патронов для МВД и членов ПГ. Ограничен доступ к некоторым типам оружия для начальных рандов в МВД. Патроны для всех типов удалены из оружейных МВД и ПГ, удален общественный магазин масок, маска стала инвентарным предметом, прочие правки. Итак, давайте подойдем сюда и увидим, что у нас пропали патроны. Где их теперь брать? Спросят люди, которые не знают, где их брать, да? Значит, мы берем пистолетик, еще наручники надо взять. Потом мы подходим к специальному шкафчику, это он. И тут у нас ебать патрон. А я могу все взять? Ваш лимит позволяет взять под 5 патронов этого. 5 патронов? Вы что, с дуба рухнули? Какие 5 патронов? Да вы что, гоняете? У вас исчерпан ежедневный лимит на взятие патрон. А это? 5 патронов? А в кого я стрелять буду 5 патронами? Подожди, а что делать с 5 патронами? Я в кого стрелять должен 5 патронами? Типа... Лимит в сутки 5 патронов. Лимит. Подожди, я правильно понимаю? Так, секундочку. Так, стоп. Стоп. Я, сотрудник фракции, имею лимит патронов 5 штук в сутки. То есть я примерно четверо суток должен заходить в игру, копить 20 патронов, чтобы один раз постреляться. Либо я что-то еще до конца не понял, либо какая-то хуйня просто произошла только что. А что значит, мне доступно всего лишь 5 патронов? Мое почтение. Мне всего доступно всего лишь 5 патронов. Короче, ну, через неделю обновят. Это баг, короче. Через сколько обновят? Я уже второй день без патронов гоняю, понимаешь? Серьезно? Короче, система, я, ну, судя по тому, что сказали ребята, имеет какой-то баг по поводу суточного лимита. Также еще никто ничего не грабил в плане машин. Короче, мы сейчас прям вот поняли, ребята, прям на старте, по сути, залетаем, хотя прошли уже сутки. Поэтому в целом, я так понял, мы сейчас прям вкуса обновления не почувствуем, почувствуем только его последствия. Например, то, что у чуваков патронов сейчас нету. И там он говорит, что неделю это будут исправлять, то я не знаю, типа исправить вот это вот суточные патроны на литовой неделе нужно, серьезно? А как неделю фракционником работать? Вот, хочется поучаствовать в поставках боеприпасов. Ну, короче, вот все вот эти системы, это, знаете, из GTA 5, условно, системы, где это все уже давно продумано, появились на провинции, я очень хочу посмотреть, как это все работает здесь, но пока что у нас просто с вами обычные будни ДПС будут. Ладно, там у чувака угнали так... Угу, вкусно. Может бахнем типа? Он вообще у нас просто по пингу ударил, но с другой стороны он сейчас по встречке ехал, поэтому бам. Остановочку пусть совершает. Я тоже умею подрезать. Зачем ты подрезаешься? О, по встречке. Я бы. 416. 416 я база, ответьте. Где он? А где он? А, вон он. Так, наша задача теперь как-то к нему попасть. А куда он поедет оттуда, интересно? Куда ты денешься с подводной лодки? Да и в натуре тазером видел, что с ним сотворил? Пацаны, у меня есть 5 патронов.
целых 5 патронов имею. Просто это ж прекрасно. Вон он бежит, смотри. Вон он. Вот нас убегает куда-то. А, так у них тут ДТП. Ну я не хочу ДТП. О, военные. Товарищи мусора, решите, тут ДТП у нас произошло. Ага, сейчас, ребят, у нас погоня закончится, обязательно поможем. Стойте, ну, пожалуйста, разберите. Кто сказал мусора? Кому там прописать? Пожалуйста, вызовите кого-нибудь. На МТ РИКЕС. Что происходит? Я прошу прощения, там преступник, сейчас мы его поймаем. Тут аварийная ситуация. Отойдите. Вон. Разобраться, короче, мы вам там дальше поможем. Не кидайте. Вот он преступник? Да. И он уехал. Ну, вы уже не поймали. Да. Не, но он если сюда подъедет... Я забыл поставить в быстрый слот, поэтому мы его потеряли. Вам надо, да, оформить, мы вас вызвали. Не-не-не, у нас погоня, ребят, вы чего? Вот это хорош, Лёха. Хорош. Приехал. Да, красавцы. Военные хороши. Какие вы красавчики. За ПГ тип теперь отлетает. А у меня вопрос, у вас что, патроны есть? У нас их дохуя. Так, пацаны, значит, ситуация следующая. Отойдем. Идем. Значит, слушай внимательно. 100 патронов. И решаем ваше ДТП. Понятно, нет. 90 на калаш. Сколько есть? 90 на калаш. А на пистолет есть? Давай калаш дам. Давай, похуй. Давай, базара нет. Так, подожди. Я сейчас реально просто... А что случилось? Это вы между собой можете обмениваться. Блять. А если мы к вам на базу придем и возьмем, нас убьют? А мы вас расстреляем. Ну ладно. Ну в принципе тогда мы по сути тоже патроны получим. О, вы что, оскорбили нашего сотрудника, товарищ? Остановитесь, что? Пожалуйста, не уходите. Стойте. Нет. Не делайте резких движений. Да не, пойдем. Остановитесь. Один. Не, не походи. Остановитесь, два. А я предупреждал. Так, берем наручники. Куда он пропал? Он ливнул, причем не дергая. Вот он! Не-не-не, смотри, смотри, сейчас бам будет. Да нет, это не он, не тот! Это нужно вот Ильясу, наверное. О, отлетел! Прям на глазах, видели? Вот тут был. Оф от РП Олег Подливкин. Ну и дурак. У вас здесь пол состава находится. Вон сзади, назад, посмотрите, там и Невский, и Приволжск. Это вот, это их по их части. Это вообще территория Приволжска. Мы здесь быть не должны. Да, здесь Приволжские сказали, что сами все решат. Спасибо вам большое, товарищи из Приволжска. Всего вам доброго. Все нас так... Все, как же неудачно мы туда приехали. Ребята, я нашел мерзкого типа. А, неприметный тип. А че его мерзким называл? Ладно. Е. Мне некогда вести с тобой пустые разговоры. Руки поднял теперь быстро. Мы поймали его. Выходи, мы нашли его. Гаси его. Так, ну че, наручнички на него сейчас накинем по-быстреньку. Опа. Все, домой. Ребят, у него клава откисла, знаете, что это значит? Я даже escape не могу нажать. Садись сюда, космос. Сейчас будет свишнявка. Нет, я, конечно, вам благодарю. Прости. Я свишнявку не знаю. Ты как выжил? А как ты выжил? Урон не проходит. Почему? А это же обновленная ешка, да? Что в ней обновили, что прикольного сделали? В ней... вся... У нее хендлик стал лучше или хуже? Да. Хуже. Хуже? А ты можешь ее починить, чтобы я посмотрел, как она выглядит? Ща. Я так понимаю, вы меня вообще пытаетесь угадать, да? Не-не-не-не-не-не. Как ты мог такое подумать? Да, понятно. Конечно. Обзор на Мерседес, ребята. Я даже выйти не могу из игры. Да ладно, ничего страшного, сидите, отдыхайте, товарищ полицейский. Такого времени уже, час ночи. Давай, нас в мирку, давай, быстро. Газуй, чтобы они тебя не забанили.
Едь быстрее, едь так быстро, как ты еще никогда не ездил. Газу, 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 погоня, погоня, за нами погоня. Рейнер, давай быстрей! Ну, блядь, ну не на... Послушайте, товарищ, у нас по оперативным данным вы дергали интернет, мы таких не любим. Ага, а где я дергаю доказательства? Есть сотрудник? Есть доказательства, сотрудник? Дергал этот, да, там человек. То есть вы дружите с тем, кто любит передергивать, я правильно понимаю? Ну, он походу любит. Фиксирую информацию. Ах, нет, был кто-то на дороге, мы сбили сотрудника, получается. Так смотрите, пожалуйста. Так это, так, то есть, подождите, я правильно понимаю, вы сбили сотрудника и вы просите за это деньги, а вы ничего не попутали? Еще и дергаешь. Я правильно понимаю, что, ну, я думал, вы в машину врезались и деньги просите, а вы сбили сотрудника и просите деньги за это. Не, подождите, а нормальная машина у вас стоит, да? У нас ДТП, я еще раз повторяю. С машиной, которая только что уехала из вас. Неправильно. Неправильно это. Вы смотрю. Будете платить за не будем. Ремонт банана? Нет. Не будете, да? Нет, денег нет. Могу пересмотреть сейчас видеофиксацию, если вы да, там... Пересмотрите, пересмотрите. Если вы сбили кого-то из нас, мы его сейчас расстреливаем. Опа. Извиняюсь. Это да. Если что, пожалуйста, мы ДТП разбираем. У нас ДТП сотрудник. С каким-то. Ну я, конечно, та еще машина, но со мной ДТП отыгрывать не надо. Товарищ, ёлкины-палкины, вы вообще в этой вселенной живете или в позапрошлой? Вы мне объясните. Там вроде бы вот этот сотрудник стоял. Какая разница? Так вы его сбили! Вы скажите спасибо, что вас не расстреляли за то, что вы сотрудника сбили. У вас тут пост? Да какая разница, мы вам не обязаны отчитываться, почему мы тут стоим. У нас ДТП, вы летели на огромной скорости и снесли сотрудника. Вы понимаете это? Это... Что он делает? Может, задержим его за то, что он снес сотрудника? Если что, у нас ДТП... Нет, подожди, если что, вы не имеете права задержать, у нас ДТП с сотрудником. У нас ДТП с сотрудником. Посмотри, пожалуйста, клап. С каким сотрудником? ДТП с человеком — это тоже дорожно-транспортное происшествие. Но в данном случае, так как мы находимся в республике провинция, здесь такое никак не рассматривается. Вы сбили человека. За это мы можем вас только задержать. А за то, что еще и сотрудника полиции, то это нападение на сотрудника полиции. Где мой пистолет? Да, сбиваешь вот на машине там. Ты подъезжаешь, расход даешь. Нет, если ты сбиваешь человека, ты никогда ему не говоришь расход, потому что это человек. Машины захватили этот мир, только с ними мы говорим расход. О, спецназ приехал. Ну все, помянем. Не бегайте, мне придется вас выстрелить. Остановочку совершаю. Не вовремя. Он убегает. Ну все, это ПГ оставьте. Я правильно понимаю, что военная полиция побежала за чуваком, который вообще наш. У них вообще работы нету, да? Все, там вот за кем вы гонялись, там, короче да, умер ее. Он помер. Помер? Ну мы не. Ну так. Мы случайно. А я правильно понимаю, вы убили чувака, который просто мимо проходил, да? Нет, он от нас убегать начал. Так. Ну да, он от нас убегал, как бы ему прядь кинули остановиться. Ага, и вы его убили за это, я правильно понимаю, да? Ну я так не могу наручники. Не, вы, конечно, нормальный спецназ, пацаны. Я, пожалуй, убегать от вас не буду. Сведений, короче. Там генерал и полковник. Тренировка с этого приехала. Это к сведению. Кто? Где? Там сидят полковники. Где? Я не знаю, это тренировочка, я говорю. Чьи? Опускай его. А чей генерал-то? Генерал ГУВД при... Ну. И полковник. Ага. Так, ну закон перед всеми равными. В смысле, равный закон перед всеми не... Ну, короче, вы поняли. Я старшина. Основание должно давать вам документы. 5.4 ГУВД. На тренировке автомобиля передвигается априори к подозрительной личности. Ой, очень. Тихо. Помянем. Погоны прямо здесь с него снимайте, я следующий. Так, товарищ, пока вас не уволили, я прошу вас отойти. Сейчас я вам покажу, как это делается. На нахер. О, это наши приехали, видели на М5? Не-не-не-не-не-не, вы не свободны, подождите. Бля, эти чуть что сразу ствол достают. Опа. Опа. Товарищ, прошу прощения, вы водитель. А можно ваше водительское удостоверение?
Эти спецназовцы просто, они какие-то странные. У них чуть что, сразу ствол достают. У них патронов много, делать нечего, видимо. Они вот там. И что, ты осуждаешь нас за это? Так, Андрей Османов. Товарищ Андрей Османов, нам нужно будет проверить ваш... Тонировка жесткая. Вот, вашу тонировку на машину. В смысле, вашу машину на тонировку мы должны проверить. Откройте дверь, пожалуйста. Да там не по ГОСТу. Нам тогда, ну нам в любом случае надо проверить, чтобы в протокол внести эти сведения. А, вот, кстати, мой документ, смотрите, чтобы знали, кто вас оформил. 700 промилле, вы вообще что пили? Я? Бензин не пил. Понял. Октановое число у вас явно выше, чем в этой РСке. Так, а, ну что, вы в протокол выписали гражданину за нарушение ПДД? Скажи, нет. Автомобиль все-таки на штрафстоянку, поэтому ключи передайте мне. Я его на штрафстоянку, скажем так, притащу. Ну еще что? Никому не дам Audi, обойдись. Зенечек, а ты готов к звездочкам в Старле? Ну послушайте, с таким затемнением нельзя ездить в городе, а если вы убьете кого-то? Можно, в носу ковыряться удобно, никто не видит. А я к звездочкам лейтенанта опять. Во-первых, товарищ Браун, вы протокол уже пишете? Во-вторых, почему у вас я Браун через А фамилия? Вот ну, тоже такое еще интересное. Это была предъява какая-то? Случайно. Я сейчас не понял. Это было просто... Мы случайно. Что-то против фамилии? Опа, взятка. Взятка, подождите, должностному лицу. Я сейчас не понял, товарищ генерал. Все, товарищ, больше не нарушайте. Вы меня услышали? Все, спасибо. А у меня зарплата. Короче, ребята, вот такой вот веселый ролик у нас получился. Давно такого не было, вообще большую часть видоса обычно я общаюсь с вами, но тут так получилось, что я был весь погружен в игру, в процесс вот этих вот веселых всяких, знаете, прикольчиков, то, за что я, в принципе, и полюбил когда-то провинцию. У меня очень давно не было, я прям поностальгировал немного, мне прям капец как зашло. Надеюсь, и вам понравился этот видосик, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, если хотите больше такого лайв-контента на канале. Хотя, сначала мы начинали этот видос как обзор обновления.